Четыре дня осталось до выборов депутатов Государственной Думы. Претендентам на депутатский мандат дорог каждый час. Дмитрий Юрков, кандидат по одномандатному округу номер 72, провел очередную встречу с избирателями. На этот раз собеседниками Дмитрия Юркова стали представители руководящего состава Севмаша. С ними Дмитрий Юрков обсудил необходимость создания в Госдуме Комитета по развитию Арктики. Проект уже есть, соответственно, значит, он ожидает дальнейшую судьбу. И как на Северодвинску стать, наконец-то, закрепить статус ворота в Арктику, для того, чтобы нам объединить весь научно-образовательный потенциал. Тема Арктики для Севмаша понятна и близка. Предприятие построило морскую ледостойкую платформу «Приразломная». Она добывает нефть в Печорском море. Корабелы готовы взяться за выполнение других заказов по созданию арктической техники. По мнению Дмитрия Юркова, именно благодаря Севмашу и Смарту и Звездочке у Северодвинска большие шансы устойчивого развития. На инициативу Дмитрия Юркова о создании в Государственной Думе Комитета по Арктике уже откликнулись педагоги из Смарта. Они предлагают реализовать на базе северодвинских предприятий проект специализированной верфи. Это значит, что при выполнении большого гражданского заказа работа найдется всем предприятиям северо-запада России. Причем наработанные в оборонке проектно-конструкторские решения и технологии будут очень кстати. Более того, этот проект будет интересен не только нам, но и другим странам. А это новые многомиллионные инвестиции.